получилось сделать, чтоб работал мой передатчик. Потрескивание есть, но вот на этой радио нет потрескивания, на современных радио, когда звук зашкаливает, немножко в некоторых местах потрескивание есть, в тех местах, где зашкаливает звук. На старых радио вот таких нет потрескиваний никаких. Но они, как видно, редкие вот на этом радио. Почти не слышно. Телефонном радио, может быть, чаще немного. Ну вот, когда музыка закончится, посмотрим, какие шумы выдаются. Подключу еще на другом радио. Попробую, по крайней мере. Вот. And
на этой радио покажу. Через наушники. Поворачиваю камеру, не знаю, где тут микрофон. Чтобы поближе к микрофону. Вот с наушников. Танцена нет. Я хожу и наводки создаются. Тут, наверное, интересно некоторым посмотреть передатчик сам. Вот передатчик. Вентилятор охлаждает. Тянет 230 метров от вот этого дома до другого дома. Три, можно сказать, хорошо. Там по многим комнатам там достаточно хорошо тянет. Вот потребление 16 вольт и 2 больше, чем 0,2 ампера. Отсюда он принимает сигнал.
низкая громкость. Немного уменьшим. Так. Вот антенна. Нужно второй конец антенны припаять вот к минусу. Я, наверное, так и сделаю. Перестроил частоту и антенну по-другому подключил. Посмотрю, как такая антенна будет работать. Теперь потребление немножко меньше. Где-то 2,02 ампера ровно. И частота ниже. Вот с тем конденсатором, который подстраивает желтый генератор, частоту подстраивает. Почему-то ниже частота потребления меньше. Там, видимо, от какого-то резонанса уходит. Может, от этой катушки или вот эти индуктивные нагрузки, вот они как, они сильнее закорачивают на нижней частоте. Мне кажется, что скорее это резонанс какой-то там уходит на катушках других. Как тут теперь? Субтитры сделал DimaTorzok.